Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним задание по русской литературе из учебника Коровиной для 6 класса. Раздел «Устное народное творчество», «Обрядовый фольклор», рубрика «Проверьте себя». 5 вопрос. Какие календарно-обрядовые песни можно назвать самыми веселыми? Почему? Ответим. Самыми веселыми обрядовыми песнями были масленичные песни, потому что сам праздник Масленицы сопровождался весельем, прибаутками, застольями и сжиганием чучела Масленицы. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте их в комментариях под видео. Спасибо за внимание!